Не знаю, я попробую еще раз, короче, так сыграть. Может, скинчик просто нужно подходящий выбрать. Какой-то Need for Speed не мог пройти из-за того, что у меня просто под землю проваливался. У меня не успевали текстуры загружаться, у меня просто тачка под землю проваливалась. А ты говоришь, есть ли что-нибудь лучше? Конечно, есть. Где наш клоун через ваншот? Спасибо большое за поддержку. Будет клоун, я же сказал, просто в next катке. Где они все? О! Дружочек, пирожочек! Ся! Вы чё тут все? Красота. Единственное, что плохо, ни одного повеса и по одержимости мы так и не ударили. Это прям плохо. Минус чел, если ему некуда бежать. Есть же новую... А, нет, здесь нет палетки, все нормально. Нормально. Плюс повесик оформили. Оформили. Они лечатся. Веселые ребятки. Так. 5 жетончиков у нас есть. Нам еще нужно 10. Это, ну, короче, это не сложно, это выполнимо вполне. Что сидишь? Ой, как больно. Вот это грязь, вот это некрасиво. Ладненько. Пойдем за Адамом. И за Адамом. А, он не здесь, да? Он здесь. В другую сторону убежали. Нам его повесить надо, но, блин, как же хочется... Ладно. Грязюка. Не нужен, дорогой. Вообще баланс, что ли? Серьезно? Окей. Ну, каташки на неделю забанили. За что тебе так? Обратно убежала. Да, вон она. Ладно, повесим. Плюс жетончик. Угу.
А, пусть чинит. Ой, дурак. Зачем я это только сделал, вопрос? Ну ладно. Побуянил на админов? Ну бывает такое. Так, главное тут не буянь. Так, плюс жетончик опять же есть. Все раненые, кстати говоря. По братчику побежал, да? Нам Джейк, кстати, нужен. Чего? Нет, дружочек, хватит бегать. Поздравляю, Черик, с красным рангом. Угу. Кстати, у нас 14, нам нужно набивать еще. Железка играет, чел. Да ладно! Вот зараза. Ладно, по ней хитулю дать. Нам Катюха нужна. Катюха ни разу еще не висела. С другой стороны, нахрен этот жетон. Пойдем-ка мы добьем Джейка. Который сидит сейчас здесь и чинит. В тупую. Джейк последний раз, поэтому, собственно, мы за ним и пошли. И добили. Все, чтобы у нас хоть какое-то время было. А то четверо суровов — это нехорошо. Я думаю, сейчас Адам туда пробежит, дочинит. Он знает, что там ген хорошо починены. Либо они втроем сейчас здесь сидят. А, нет, Адам не пойдет. Да, дружок. Вот сейчас Адам туда пошел. С Катюхой на пару. Катюху нужно гнать, Катюху нужно вешать. Повесить до того, как они притронутся к воротам. Спринтик, ай-яй-яй. Замечательно. Ага.
Ну шо по бешеной скорости? Да ладно. Так, ворота тронули. Пойдет его, наверное, поднимать плюс-минус. Время у нас есть. Повесим здесь. Да, подняла она его. Окей. Одного видим, вправо пошел. Супер быстрый легион. Погнали дальше. А чё, чел пошел просто стелсить или тотем? Вон он. Я знаю, ты думал, наверное, что тебя не видно, да? Слушайте, ну первый раз получилась реализация этого перка. Этого билда, да? Прям работает, работает. Кайф, просто бешеная скорость на региона. Еще паучка не хватает, но... Блин, с паучком это, конечно, еще стакать надо и прочее. А так у нас 8% скорости передвижения. С пауком было бы... 23%.